На встречу с главным волшебником Нового года Дедом Морозом приехали дети и их родители из 32 районов Омской области. В СКК имени Виктора Блинова свои гостеприимные двери открыла традиционная губернаторская елка. Нарядившись в новогодние костюмы любимых персонажей, зайчата, белочки и лисички спешили в главный зал, чтобы окунуться в зимнюю сказку. На сцене, где проходило праздничное представление с наступающим Новым годом, ребят поздравили члены областного правительства. Первый заместитель председателя Омской области Вячеслав Синюгин и губернатор Омской области Виктор Назаров. Мы знаем, что Дед Мороз приезжает только в тот регион, где большинство умных и талантливых ребят проживает. А это как раз Омская область. Спасибо, ребята, что вы смогли сделать так, что Дед Мороз к нам приехал. Спасибо. На ледовой арене развернулась настоящая сказочная феерия о вечном противостоянии добра и зла. Ребят встречали герои из мультфильмов и символ наступающего года. Главная героиня сказки, злодейка Баба-Яга и ее внук явились на торжество без приглашения, то и дело пытались помешать празднику. Но добрый Дедушка Мороз со Снегурочкой разоблачили коварный план, простили злодеев и вместе с ребятами зажгли огоньки на елке. А после представления в фойе спорткомплекса детям раздали подарочные сундуки. У нас Баба-Яга. Тебе? Все, наверное. У тебя такой сегодня красивый костюм. Как называется? Что, тебе понравилось представление? Да. А что тебе больше всего понравилось? Дед Мороз. Дед Мороз? Специальным предновогодним шоу в городе Таре поздравить детей из северных муниципальных районов области – Большереченского, Знаменского, Тевриского и Колосовского районов. Такую обширную программу подготовили сотрудники Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области. Губернаторская елка – это, наверное, апогей нашего праздника, когда мы собираем все 32 района, собираем под одним куполом, собираем здесь СКК Блинова, где приезжают артисты из Москвы, которые ставят огромную постановку новогоднюю, приглашаем Деда Мороза, Снегурочку. Очень приятно, что участвуют наши ребятишки, которые в течение года занимаются, это клуб Ирины Родниной, которые выступают на фигурном катании. Ну и, конечно, дети очень рады. Они смотрят представления, они хлопают, они воодушевляются. И самое главное, что они потом получают подарок от Деда Мороза, который, конечно, они мечтают. За два дня губернаторскую елку посетили более 8 тысяч детей. Новогодние представления продолжаются. Детям покажут еще порядка 8 концертов в Омском театре куклы и актера Арлекин, которые пройдут до 4 января включительно.